Здравствуйте, друзья! Признавайтесь, ждете Shenmue 3? Если все пойдет по плану, то ее релиз состоится уже в следующем году. Впрочем, это ничуть не мешает поклонникам серии подкидывать разработчикам новые задачи. На днях стало известно, что общие сборы игры перевалили за 7 миллионов долларов. Очередная поставленная цель достигнута, а значит, в третьей части появится упрощенный боевой режим AI Battling. При выборе такой схемы управления персонаж будет автоматически подбирать стратегию сражения в зависимости от расположения противника и расстояния до него. Система, по словам представителей студии, не только прекрасно подойдет тем, кто не слишком силен в файтингах, но и дополнит основную боевую механику. Правда, как именно две противоположности будут сочетаться, разработчики пока что не уточняют. С вами Games Blender, еженедельный видеодайджест новостей игровой индустрии от 3dnews.ru. В сегодняшнем выпуске: Bethesda меняет подход к однопользовательским играм. Экранизация Metal Gear Solid обрастает подробностями. Дата релиза Guacamelee 2. Благодаря интересным идеям и настоящему драйву Onrush стала ярким лучиком в темном царстве однообразных аркадных гонок. Однако свежий взгляд на застоявшийся жанр игроки попросту проигнорировали. По сообщениям источников портала Eurogamer, в Великобритании за дебютную неделю проект продался тиражом всего лишь в 1000 копий. Отвратительные показатели привели к волне увольнений в бывшей Evolution Studios. Компания лишилась нескольких ключевых сотрудников, в том числе Пола Рудчински, руководителя разработки Drive Club и Onrush. Оставшиеся вряд ли вновь возьмутся за нечто столь же рисковое и, скорее всего, со временем перейдут в другие подразделения Codemasters, где будут помогать создавать более безопасные проекты. Впрочем, немногочисленным обладателям игры расстраиваться не стоит. Несмотря на потерю части сотрудников, компания пока не отменяет планы по развитию гоночной аркады. В августе для Onrush планируется выпустить большое обновление, куда, возможно, попадет и долгожданный рейтинговый режим. Правда, ничуть не удивимся, если оно окажется единственным большим контентным патчем. Все-таки проекты с небольшой аудиторией долго не живут. Осень для игровой индустрии – пора невероятно жаркая. Если новинки не отнимут у вас все время, то в октябре можно будет окунуться в постапокалипсис в бете Fallout 76. Владельцы Xbox One смогут первыми ступить на зараженные земли, а чуть позже к ним присоединятся обладатели PlayStation 4 и персональных компьютеров. По современной традиции, доступ к тестированию гарантированно получат те, кто оформит предзаказ. Причем здесь стоит быть внимательными при оформлении покупки. В цифровых магазинах Sony и Microsoft, а также на сайте Bethesda, регистрация на участие в бете будет осуществляться автоматически. Остальным же придется привязать полученный ключ к учетке в сервисе Bethesda.net. Тем же, кто не хочет платить заранее, отчаиваться не стоит. Возможность прогуляться по миру нового Fallout будет и у вас, при должном везении, конечно же. Пару лет разработчиков The Elder Scrolls и Fallout называли чуть ли не последним оплотом одиночных игр, однако скромные успехи сиквелов Wolfenstein и Evil Within, а заодно не слишком впечатляющие показатели Prey, заставили беседку призадуматься. Возможно, в дальнейшем издатель изменит подход к таким играм, причем слова Пита Хайнса, старшего вице-президента компании по маркетингу, звучат несколько противоречиво. С одной стороны, он говорит, что синглом можно достичь успеха, а с другой указывает на обновление подхода к одиночным проектам. Да и смещение фокуса компании сложно не заметить. Вместо полноценного сюжетного дополнения та же Prey получила лишь дополнительный режим выживания с процедурной генерацией, а в грядущем Wolf'е появится кооператив. Вся надежда на продолжение мясного Doom, но это, пожалуй, единственная игра, которой у Bethesda нет претензий в финансовом плане. Да и кто в здравом уме будет спорить с человеком под металл, бегающим с двустволкой за демонами? Заставки в серии Metal Gear Solid всегда отличались шикарной постановкой и смотрелись как самый настоящий фильм. Однако при всей кинематографичности до больших экранов приключения Снейка до сих пор не добрались. И это во времена, когда студии экранизируют «Морской бой».
Возможно, со сложной задачей справится Джордан Вот Робертс, режиссер киноадаптации MGS, который на недавнем Комик-Коне в Сан-Диего представил первые подробности сценария картины. В первую очередь, поклонникам саги стоит узнать о том, что игру не планируют адаптировать один в один. Однако и полностью игнорировать события первоисточника создатели не намерены. Весь замысел экранизации можно описать фразой «Действуй так, как действовал бы я, если бы захотел предать свою аудиторию», которую якобы сам Хидео Кодзима сказал Джордану. Судя по дальнейшему описанию режиссера, в фильме будет несколько временных периодов, а от стандартной структуры из трех актов было решено отказаться с целью подать людям сюжет Metal Gear так, как никто еще не делал. Звучит интригующе, но есть одна смущающая деталь. Для съемок даже не начали подбирать актеров, не говоря уже о появлении хотя бы примерной даты релиза. Nintendo, известная не слишком терпеливым отношением к использованию своих игр даже стримерами, продолжает крестовый поход против всея интернета. На этот раз под раздачу попали два сайта с образами игр большой N. На Love Roms и Love Retro были поданы иски с требованием не просто закрыть ресурсы, но и взыскать немалую денежную компенсацию. Японцы просят по 100 тысяч баксов за каждую нелицензионную копию и до 2 миллионов за нарушение прав. Первый ресурс отреагировал практически мгновенно и удалил все образы игр Нинов, а второй предпочел закрыться то ли на время, то ли навсегда. Забавно тут то, что сама Nintendo попадалась на использование пиратских образов в играх для Virtual Console. Но себя же не оштрафуешь, верно? Пятая часть, известная среди любителей хардкорной тактики, серия Disgaea, уже давно вышла на консолях, однако все никак не может добраться до персональных компьютеров. Сперва из-за проблем с производительностью игру перенесли на лето, однако недавно издатель объявил о новой задержке. На этот раз проект отодвинули на осень с закрытым бета-тестированием в октябре. Сдается нам, что при всем желании японских компаний завоевать Steam, на ПК-версии своих проектов выделяется не слишком много ресурсов. Чего стоит одна эпопея с многочисленными откладываниями даты выхода iS 8, а теперь Disgaea 5 прыгает от одного квартала к другому. Надеемся, хоть релиз четвертой части Valkyria Chronicles состоится без подобных приключений. Соскучились по задорным мексиканским лучадорам? Совсем скоро, 21 августа, на ПК и PS4 выйдет продолжение Metroidvania Guacamole. Хотя лучше, пожалуй, сказать «курицевание», как отшучиваются разработчики, ведь во второй части форме курицам будет уделено особо много внимания. С ее помощью можно будет пролезать через узкие тоннели, скользить по поверхностям и совершать кучу других действий, не говоря уже о том, что сюжет и геймплей серьезно завязаны на этих пернатых непоседах. Из дополнительных приятных особенностей, мир сиквела будет в несколько раз больше и предложит сотни разнообразных испытаний. Готовьте джойстики покрепче, будет весело. Про курочек поговорили, можно и огромных аллигаторов-мутантов упомянуть. Наверняка те, кто проходил Resident Evil 2, запомнили необычного, огромного противника, однако авторы ремейка очень долго сомневались, стоит ли включать такую махину в игру. Дело в том, что сражение чуть не вырезали, поскольку оно сильно контрастировало с мрачной атмосферой новой игры. Пришлось поработать над тем, чтобы оно не выглядело слишком уж глупо, ведь речь идет о противостоянии маленького человека против гигантского чудовища. Хотя, если честно, во второй части были угрозы куда страшнее и когтистее. Сами разработчики уже определились со слабыми и сильными сторонами обновленной версии уровня с аллигатором, поэтому им не терпится поскорее выдать проект на руки игрокам и послушать их мнение. И черт его знает, что сложнее, конкурировать с легендарной игрой или воспоминаниями самих геймеров. Какие проекты увидят свет на этой неделе, вы узнаете из нашей постоянной рубрики «Календарь Games Blender». Последний месяц лета неумолимо приближается, а с ним и вал инди-релизов. На этой же неделе пока можно расслабиться и уделить время сюжетным проектам. В среду владельцы персональных компьютеров получат Yakuza Zero, приквел замечательной серии Yakuza. Японский колорит, мордобой и шикарная история. Обязательно попробуйте. В четверг придется облачиться в форму и отправиться расследовать преступление в This is the Police 2. Игра выйдет на трех основных платформах.
тот же день Pillars of Eternity 2 получит первое сюжетное дополнение, озаглавленное Beast of Winter. Бог холода, берегись, мы идем. Всем спасибо за то, что были с нами. Не забывайте, на нашем канале вы можете найти интересные ролики и дневники разработчиков, переведенные на русский язык. На 3D News вас ждет еще больше новостей из мира игровой индустрии, а также обзоры самых ярких проектов. На прошлой неделе мы что-то делали с одной игрой, а что-то с другой. Ваша поддержка очень важна для нас. Ставьте лайки, предлагайте видео своим друзьям и рассказывайте о нас знакомым. Мы, в свою очередь, продолжим радовать вас качественным контентом. До встречи в следующих выпусках Games Blender, друзья!